Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гагдропчик. У меня на балике 40 194 рубля. Этот балик у меня остался с прошлого видоса. Мы там подняли плюс 25 кусков за один, мать его, ролик. И надеюсь, сегодня мне гагдроп планирует выдавать абсолютно так же. Полетели со старта Воин Дракона 5 штук на 10 тысяч рублей. И в идеале, прямо в начале ролика хорошо окупаться, потому что я люблю использовать поговорку. Отлично, как ролик начнешь, так его и закончишь. Но начало у нас максимально уверенное. Ну, кстати... Ну, когда выбиваешь хладнокровно, тут дальше три скина засрали. Все, мы подняли всего плюс 1600 рублей, как бы я думал, будет побольше. Но неважно. Самое главное, это начать в плюсе, ну, потому что вы все знаете, парни. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также, напоминаю, за каждый задепозитенный рубль вам дают один дракоин. Вы можете сюда как там перейти и зайти в режим полета к золоту. Вот здесь покупайте яйца драконов. У вас дракон будет лететь определенное расстояние. Если он у вас падает на остановках, то вы лутаете жесткие скинчики. Если между остановками, ну, может, повести упадет что-то хорошее, но чаще всего, конечно, такие себе скины падают. Но на остановках мы уже забирали нож, перчатки и коллаж за 1020. То есть остановки реально выдают очень жестко. 159 рублей, потому что упал он между остановок. Ну, ничего страшного, давайте сейчас все драконы потратим. Так, сейчас он пролетел 116 тысяч метров и выдает он нам что? Ну, 128 рублей. Опять так себе. Еще одно покупаем. Так, сейчас пролетел 129 тысяч метров, отлично. И падает нам, ну, 205 рублей, слушайте. Ну, с каждым разом чуть больше и больше, это уже меня радует. Так, и за последний заход он пробил 138 тысяч метров и падает нам говно, 77 рублей. Ну, ладно, ждем остановки, там уже можно будет что-нибудь нормально залутать. Еще у них есть режим драконы против викингов. Вы можете выбрать одну из сторон, выбрали сторону, открывайте кейсы, вам за эти кейсы падают поинты. Чья сторона соберет больше поинтов, те лутают скинчики. А также есть барабан бонусов, бонусы, то есть халявы на сайте много. Ладно, мы полетели дальше открывать кейсы. На балике у нас получается 42 тысячи рублей. Давайте сейчас попробуем какую-нибудь, maybe, карточку за 4000 вот сюда. Например, 5100. Отлично, карточка хорошо выдает. Продаем на балике 43 тысячи. Хочу гидру пооткрывать, 5 штук на 6000. Вот этот кейс, он очень нестабильный, но иногда прям супер солидно выдает. Так, тут нам падает цвета прибоя в конце. Отлично, это плюс. Давайте еще 5 штук. Но мы, когда открываем дорогие кейсы, у нас быстро фармятся бесплатки. Это, естественно, не может меня не радовать. Еще 5 штучек давайте откроем. Так, тут падает 5100, еще 5. 5400, но что-то начинает понемногу сливать, хотя вот сейчас выдал хорошо, 10400, отлично, на балике 46 кусков, гидра меня не подводит. Так, по бесплаткам, ну, еще много, то есть мы сейчас только откроем платиновый, потом еще до элитного надо кейсов на 100 тысяч открыть. Так, ладно, если чуть-чуть рискнуть, но у нас балик большой, могу себе позволить желтый одну штуку за 6666 рублей. В идеале, чтобы этот кейсик мне тоже выдавал бы что-то бешеное, топливный инжектор, отлично, но этот скинчик тоже стоит до хрена. Мы продаем на балике 50 тысяч рублей, пацаны, уже подняли плюс десятку к балансу. И до последней бесплатки на 50 тысяч еще надо открыть кейсов. Так, Воин Дракона, 5 штук на 10 тысяч. Давай, ты мне вначале хорошо выдал. Надеюсь, также собираешься мне продолжать выдавать. Отлично, хладнокровный, М-ка меня уже по-любому окупает. Остальное падает не очень, но в любом случае в плюсе. На, получается, 3 тысячи рублей, отлично, еще 5 штук. Давай, вот каждый раз можешь мне выдавать? Мне прям такое нравится. Тут еще коллаж стал дороже стоить, раньше он падал более плохого качества. Так, ну сейчас будет минус, но небольшой, да, всего на косаре. То есть пока мы в хорошем плюсе с этого кейса, можно еще 5 штук открыть. Золотая спираль, 3200, сказать, что мне очень повезло. Может тут 4000, да, отлично. Но по идее это будет, ну, постарше. Ну, сука, вот дальше упало не очень, ну ладно, это плюс, еще 5 штук. Давай, так, убийство подтверждено. Золотая спираль, АВП, распространение, отлично, это будет хороший плюс. Так, мы продаем, и на балике уже почти 60 тысяч рублей, а мы при этом даже не открывали бесплатки, пацаны. Но сегодня, сегодня ролик положительный, прям такой уверенный. Гидра 5 штук на 6 тысяч, тоже выдает 7 тысяч рублей. А может быть, мы пробьем 60 тысяч и пойдем открывать бесплатки? Ну, было бы классно. Но 400 чуть подслил, еще 5 штук, выдашь, не выдашь. Ну, 600, ладно, нормально. В любом случае, мы сейчас бесплаток пробьем 70 тысяч рублей, точнее 60 тысяч рублей мы пробьем. И давайте с них как раз заберем халяву. Если что, пацаны, бесплатный кейс тот открывается постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. Так, с элитного нам падает АК-47 азимов. Он стоит, ну, тут от качества зависит. Если прямо завода, то до хрена. Ну, 300, слушайте, нормально, 300. Ну, не идеально, как бы элитный может больше выдавать, но неплохой результат. Платиновый выдает 200, вот 200 для платинового. Это уже круто. На балике тем временем уже сейчас будет 63 тысячи рублей. Отличненько. Но золотой, кстати, хреново выдал. Я предлагаю сегодня попробовать пробить 70 тысяч рублей на балансе, но при этом ниже 50 тысяч уже не опускаться. То есть сильно рисковать не будем. Ну, точнее, будем, но до 50 тысяч.
тысяч, вы поняли. Потому что, ну, после такого жесткого окупа остаться в минусе, ну, это надо быть кретином, вообще конченым, полным. То сегодня до 50 тысяч мы играем сейчас и уже будем останавливаться, если просрем. Так, нам надо поднять еще плюс 7 тысяч, я хочу пробить 70 кусков. Давайте попробуем еще раз карточку, но уже вот сюда. 4500, отлично, карточка не подводит, на балике 64 куска. Так, мы открывали кейс желтый, давайте кейс красный. Этот кейс, конечно, очень часто меня сливал жестко, особенно в позапрошлом вроде в ролике или в позапозапрошлом. Но сегодня, надеюсь, будет выдавать дикое пламя, но тут от качества зависит. Если прямо с завода, ну 5600, это плюс на 100 рублей, еще один. Адское пламя, от качества зависит, 4400, говно, еще один. Ну, сука, опять адское пламя. Еще один карамельное яблоко, это хорошо, 8800. И на балике у нас сколько получается? 65 тысяч рублей, отлично. Так, давайте еще раз, воин дракона, просто этот кейс сегодня прям очень хорошо выдает. 5 штук на 10 тысяч рублей, первое говно. Но ты, сука, чуть-чуть не докатил. Но не-не, сейчас меня слить решил жестко, да? Или последнее что-нибудь хорошее? Ну, хорошее, но с качеством не повезло. Ладно, давайте рискнем, попробуем сделать контракт. Может, у меня сегодня и контракты будут хорошо купать. На 7 тысяч рублей пихаем контракт. И в идеале, ну, 1010 можешь выдать. 22 442 рубля, отлично. Мы продаем и почти пробиваем 80 тысяч рублей на балансе. Но, пацаны, давайте последняя попытка пробить 80 тысяч. Не получается, хрен с ним. На 3 тысячи по-любому здесь выдаст дропа. И мы закончим ролик с плюсом, получается, с громадным плюсом. Но мы, кстати, можем пробить спокойно сейчас и 80 тысяч. Подождите, так мы... Мы пробиваем 80 тысяч рублей на балансе. Пацаны, мы за один ролик подняли плюс 41 тысячу рублей к балансу. И вот на этой прекраснейшей ноте я предлагаю заканчивать видос. Пацаны, плюс 41 кусок за один, мать его, ролик. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про драконы, режим драконы против фигнингов, барабан, бонсы, то есть халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Всем удачи, всех люблю!